К теме культуры. Предстоящий год выдастся богатым на премьеры. Театр оперы и балета открывает 77-й театральный сезон. Главным дирижером театра будет норвежский виртуоз Йорн Фоссей. Прекрасный солист, и хороший оркестр, хороший хор, и был очень, сотрудничество с ним было очень легко. И я могу просто сказать, что я и жду с нетерпением продолжать наше сотрудничество в будущем, и надеюсь, что мы вместе сможем еще поднимать уровень театра и составить новые спектакли, новые постановки. Все делается для того, чтобы спектакли наши шли очень хорошо, очень интересно. Приглашаются солисты, ставятся спектакли, которые во всем, в общем-то, мире идут. И хочется сказать, что приходили в театр и любили наш театр. Уже в сентябре улан-удэнцы услышат оперу «Тоска» и «Кармен». Кроме этого, театральная труппа отправится на фестиваль оперных театров из страны в городе Санкт-Петербург, где выступит со своей программой в Мариинском театре.